За несколько месяцев удалось сделать больше, чем за последние 10 лет. Мэр Кишинева Ион Чубан отчитался о годе работы в столичной администрации. Он подчеркнул, что его команда сосредоточилась на внедрении инфраструктурных проектов и создании современных условий жизни для жителей города. В начале презентации Ион Чубан отметил, что впервые с момента обретения независимости внедряется так много проектов в столице. И это в условиях, когда бюджет идентичен бюджету предыдущих лет. Vreau să le spun mulțumesc tuturor oamenilor care acum un an au avut încredere în mine. Dacă e să readuc aminte programul electoral, vreau să vă comunic că din cei ce ne-am propus pentru acest an au fost realizate mult mai multe lucruri. Мэр столицы сообщил, что большинство задач по реновации и модернизации начали реализовывать с лета этого года. Например, грандиозный проект по реконструкции улицы Албишара, восстановление аллеи Мирчи Чалбатрын, а также многие другие, связанные с ремонтом тротуаров, асфальтированием улиц в различных секторах и восстановлением большей части зеленых насаждений в Кишиневе. Благоустройство парков и скверов оказалось как нельзя кстати, особенно сейчас, в пандемию. Копаки, которые крештеау де писте 40 de ani în albia râului Bâc, înnămulit în totalitate. Proiect care pur și simplu a stat undeva în gânduri la cineva, fără niciun fel de intervenție. Să știți că inclusiv prin adoptarea strategiei Chișinău Oraș Verde, ne propunem ca albia râului Bâc treptat să devină un centru de atracție, nu un centru de la care toată lumea fuge. Мэр столицы утверждает, что есть проекты, о которых просто забыли, но через год после того, как он возглавил город, их возродили. В частности, Ион Чубан упомянул работы на очистных сооружениях и решение проблемы неприятного запаха, модернизацию полигона для отходов в Цинциренах, проект энергоэффективности и термоизоляции зданий. С запуском последнего будут отремонтированы 23 школы, детские сады и больницы. Ну и, конечно же, решение проблемы с общественным транспортом, устаревшим до неприличия. Транспорту. Transportul public, o problemă foarte mare pentru municipalitate, problemă acută care tot a fost într-un fel sau altul lăsată așa de izbelește și una dintre cele mai mari reușite pe care le avem în această privință sunt acele 100 de autobuze pe care urmează ca și rezultat al licitației să le achiziționăm pentru municipiul Chișinău. Ион Чубан также отметил, что большим достижением властей стало удаление более 1200 рекламных щитов, которые, по его мнению, не только сбивали с толку водителей, но и придавали городу неопрятный вид. За этот же период было эвакуировано более 800 киосков и павильонов. В то же время градоначальник отметил, что облик города изменился. Он стал намного светлее и чище. Doar în acest an au achiziționat 10 auto speciale moderne pentru colectarea deșeurilor. Tehnică și utilaje destinate dotării autospecialilor, motocositoare peste 50, platforme ecologice pentru colectarea deșeurilor menajere, în 60% au fost amenajate, platforme modulare de colectare separată a deșeurilor menajere, modernizarea parcului de autospeciale pentru transportarea deșeurilor, 5 mijloace de transport multifuncțional destinate pentru dezăpezirea drumurilor. Рассказал мэр и о ремонте 7 подземных переходов, модернизации 40 остановок общественного транспорта, строительстве многофункциональных спортивных площадок в школах, ремонте библиотечных зданий, а также о десятках проектах, реализованных в пригородах, на которые были выделены более 100 миллионов леев из городского бюджета. Я уверен, что мы împreună să reușim. Pe viitor, grija față de locuitorii municipiului Chișinău va fi una prioritară. Și vă asigur, Chișinău urmează și va continua să fie un mare șantier. Și eu sunt sigur că doar împreună putem să reușim. Să facem din Chișinău un oraș în care să vrei să trăiești, să vrei să rămâi, să vrei să-ți chemi prietenii, fie că sunt din regiuni sau de peste hotare.